Здравствуйте, дорогие друзья! Уже второй выпуск рубрики «Посылки для животных». И сегодня нас встречают, как всегда, посылку голубка Райс и верная собака Марта. Вот. Посылка нам приехала из прекрасного города Иваново. От прекрасной девушки Екатерины. И сейчас мы будем ее... Голуби летают громко. И сейчас мы будем ее вскрывать. Ну что, не будем тянуть? Вскрываем. Посылка весит 3 килограмма, как 3-литровая банка. Короче, я весь в ожидании чуда. Поехали. Я посылки плохо скрываю, что, наверное, придется ускорить, да? Посылка вскрыта. Эту посылку я скрывал вертикальным образом. Какой-то я такой странный. Ну что, поехали? Начнем. Влажный корм для собак. За это самое большое спасибо скажет собака Марта и пес Бася. Вот это... Так, я не знаю, Екатерина, правильно ли я понял. Вообще, это, наверное, для кошек. Но у нас, наверное, с этой штучкой будет играть ворона. Хоть у нас три кота, вот с такими классными игрушками очень любит играть ворона. И я надеюсь, Екатерина, вы не против, что мы эту игрушечку дадим капле. Вот, она это очень любит. Вот. Так, идем дальше, да? Ой, как мило. Корм Рио, которым мы как раз и кормим наших голубей. Они у нас его обожают, в общем. Как подкормка, как корм. Я нашел еще 2 влажных корма для кошек. Это для кошек. Для Мурзика, для Марты и для Торнадо, котенок. Вот это вообще очень нужная вещь, смотрите. Ракушка морская. Это кальций. Как раз кальций, пищевой кальций для птиц. Он как подходит, так и для голубей, как и также для вороны. Вот, вообще здорово. Отличная просто подкормка. Здорово. За это отдельный респект. Блин. Хочется плакать. Не сюда попадать. Еще. Обалдеть, еще даже, смотрите. Еще одна ракушка для кур и другой домашней птицы. То есть просто другой вид немножко, в принципе, тоже. Обязательно надо. Я думаю, кстати, тоже давай вскроем это, покажем, как вообще, да? Интересно же людям посмотреть. Вот. Ой, подожди, я должен все проверить. Я проверю каждый кусок. Почта России. Это отправка номеров. Там, может, там еще одна гуля? Письмецо. Письмецо. Как это мило. Конвертик. Это можно будет обратно Екатерине выслать. Самое главное, подождите, давайте посмотрим. Так, Иваново, да? Я так понимаю, это местная церковь, надо будет про нее прочитать, да? Написано какая? Иваново. Так, сейчас. Церковь Успения, 17 век. Пожалуйста, вот. Ныне церковь Казанской иконы Божией Матери. Как приятно вот получать такие вот... да, маленькие подарочки, характеризующие город. Вот в прошлый раз у нас Толедо был, да? Сейчас вот, Ирина, вот еще, пожалуйста, Иваново, филармония. Это тоже местная филармония. У меня, кстати, в Иваново была только мама. Я сам никогда не был, но я думаю, что я обязательно побываю там. Ивановская областная филармония. Ну, вообще, как приятно. Я думаю, мы будем вот эти... Да, реквизитики такие из городов будем складывать в отдельную папочку, я заведу. Вот, и буду подписывать не только откуда они, а буду подписывать от кого. Каждая такая будет в отдельной брошюрке конверте. Вот. Это очень здорово. Это подарки от Екатерины. Я уверен, и вот даже в данный момент все наши животные, и голуби, и вороны, и собаки, и коты, все говорят спасибо. Я в том числе, это правда очень-очень приятно. Вот.
Так, давайте я все-таки покажу, как выглядит соль. Я думаю, не все знают, какую скроем. Они, в принципе, насколько я знаю, по составу похожи. Какую скроем показать? Вот эту? Нет, давайте вот скроем две. Раксу. Две? Давайте две скроем. Просто покажу сразу. Да. Аккуратнее. Ладно, не все. Угу. Я сейчас немножко на руку высыплю просто. Так, вот одна ракушка, да? Вот она. Вот так. Для чего в данный момент голубка Райс целует видеооператора в ухо? Это очень мило смотрится. Вот такая пищевая ракушка добавляется в еду, тем самым помогая усваиваться пище птиц намного быстрее. Вот. Такие текстурки. Здорово. Другую вскрыть, показать? Так, ну давай другую покажу. Как? Аккуратно. Так, давайте другую сразу. Аккуратненько. Чуть-чуть. Так, это другая ракушка. Морская, крутая. Да, совсем по-другому выглядит. Вот, да, настоящая, просто дробленая ракушка. Такая же, как мы вот как на море собирали, еще что-то. Но здесь, кстати говоря, вот это подойдет вороне. Как это, голубям такую давать не рекомендуется, ее сначала нужно будет все-таки побольше промолоть. Это крупные гранулы, как вот вы видите. Вот эту в идеале давать вороне, в принципе. А так мы ее еще раз, если что, измельчим. Ну вот, в принципе, такие дела. Хотим, я тут вещал с голубем, почему он у тебя на плече? Райс, ты предательница, ты променяла мое плечо на плечо видеооператора, который и в данный момент ты так вот целуешь. Марта, у меня же есть ты, иди сюда. От лица всех животных, всех самых прекрасных животных мы говорим Екатерине огромное спасибо, просто вот безграничное. Я сегодня так рвался за этой посылкой, правда, вот просто вот прям бежал, чтобы быстрее ее получить. Вот, спасибо огромное, большое вот человеческое и животное спасибо. Всего доброго. Что, Марта, главный дегустатор? Нравится, да, подарочки, Марта? Эй, Марта, не для тебя.